донорство как раз одна из традиций, которая присуща череповчанам. Люди бескорыстных соображений, бескорыстных идей в течение длительного периода времени сдают кровь, понимая, что она нужна тем людям, которые попадают в беду, тем людям, которые без этой помощи в том или ином положении не смогут просто-напросто обойтись. Я выражаю вам слова огромной благодарности, уважаемые доноры. Как бы ни была продвинута медицина, заменителя крови нет. Спасибо большое за ваше бескорыстное участие. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня принимаете участие в этой акции. Мне хотелось бы высказать слова благодарности руководству «Северстали» Сергею Сергеевичу Торопову за то, что осуществляется поддержка донорского движения. Потому что без поддержки даже общественные инициативы, они не всегда реализуются. Хотелось бы поблагодарить всех доноров, которые сегодня есть, особенно почетных. Я только что узнал, что для того, чтобы стать почетным донором, надо сдать 40 раз по 475 миллилитров, умножил это все, и получил 16 литров. И понял, что я тоже хочу им стать. Возможно, даже через некоторое время возраст позволяет.